Представители государств-участников торжественно встретили в аэропорту Абакана. Далее на автобусах в сопровождении военной автоинспекции их доставили к месту проведения соревнований. Ски-альпинизм – вид спорта и активного отдыха, сочетающий горные и беговые лыжи. Он предполагает прохождение маршрута в горах. На церемонии открытия в торжественной обстановке лучшие представители команд под аккомпанемент военного оркестра горного соединения Центрального военного округа подняли флаги стран-участниц соревнований – Абхазии, Ирана, Киргизии, Китая, Узбекистана и Южной Осетии. Искренне приветствую вас на гостеприимной сибирской земле, в удивительном месте, в природном парке Ергаки, в горах западных Саяны. Отметим, что перед церемонией открытия все участники прошли мандатную медицинскую комиссию, получили оружие. Кроме того, прошел строевой смотр, в ходе которого судейская комиссия проверила комплект обмундирования и имущества военнослужащих. После церемонии открытия представители иностранных государств посетили и Дом дружбы, где познакомились с местными народными промыслами и играми Сибири. Некоторые спортсмены попробовали изготовить куклы Берегини и кулоны на память. Здесь все участники команд вместе жили и тренировались, между ними укрепляется дружба и в них улучшаются военные навыки. Соревнования «Саянский марш» среди военных команд проходят с 6 по 9 апреля. Отметим, ски-альпинизм будет включен в программу зимних Олимпийских игр 2026 года.